Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем искать уникальное оружие в игре Fallout 4. War never changes. В этом видео я вам расскажу, как найти винтовку под названием Реба 2. Итак, для начала вам нужно попасть в локацию под названием Салем. После того, как вы зайдете в эту локацию, немножко побегаете, активируется автоматический квест. Дальше будут небольшие спойлеры, поэтому если вы боитесь заспойлерить себе квест, то лучше закрыть это видео. Ну а для тех, кто остался, я более подробно расскажу, как получить наше заветное оружие. Гуляете по этой локации, слышите, какой-то мужик кричит и отстреливается, идете на звук, и сразу же появляется квест, нам нужно убить болотника. Их всего три пока что, так что вы без особых проблем с ними справитесь, я думаю. И после этого некий Барни захочет с нами поговорить. Вы должны зайти в дом, спуститься в бункер Барни и с ним затем поговорить. После того, как вы поговорите с Барни, он вам даст новое задание. Нужно будет активировать турели. Вам придется побродить по крышам, активировать терминалы, чтобы заработали турели, и попутно отстреливаться от всяких болот. Просто используем терминал, вводим пароль и затем нажимаем активировать турель. Я думаю, тут проблем возникнуть не должно. Выполнили задание, возвращаемся в бункер к Барни и забираем у него награды. Барни даст нам ключ от своей мастерской, заходим внутрь и вот она наша винтовка. Ее особенность заключается в увеличении урона болотникам и насекомым на 50%. А на этом все, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. The end of the world occurred pretty much as we had predicted. Too many humans, not enough space or resources to go around.